Нет, что ты, я не против браков, и платье белое мне говорят к лицу. Но мир вокруг настолько одинаков, что я боюсь достаться под лицу. И знаешь, браки в 21 веке меня пугают, правда, посмотри, как часто душит это в человеке открытое желание любви. И начинается: ты мне все время должен, то вечное немое дашь на дашь. Но если по кому-то ты встревожен, ты без штампа все ему отдашь. Потом, как правило, начнут топтать свободу, закроют плотно дверь, потом окно, и не заметят, как в какую-то субботу им стало вместе тесно и темно. Нет, это не любовь живет 3 года, это вокруг неправильно живут. Они хотят побольше кислорода, когда вздохнуть другому не дают. Сейчас жениться, как сходить за хлебом. Все женятся, а я хочу понять, как многие живут так с человеком, но вечно смотрят, на кого бы поменять. Вокруг всегда найдем кого-то краше, и среди нас полным-полно иных. Но лично мне для сердца очень важно, чтоб мою верность не меняли на других. А брак совсем уже не показатель, но хочется, чтоб раз и навсегда. Однако, если человек предатель, то не до свадьбы был таким всегда. Нет, что ты, я не против браков, и платье белое мне говорят к лицу. Но мир вокруг настолько одинаков, что я боюсь достаться под лицо.